Жаловку. Голубь с первого раза не дался мне, пока я сейчас жду, пока остынет. Буду пока кебабы есть. Подостыл наконец-то. Приступаю к пробованию его. Мяса очень мало в нем. Еле докопался. Ну вот такой кусочек достал. Сейчас буду пробовать. На что похоже? Ну странный вкус, если честно. Не курица. Даже не знаю, ну, конечно, ближе к курице, но... В общем, не понять. Не могу идентифицировать вкус. Своеобразный вкус, своеобразный. Вот еще мясо вроде как у него. Мяса очень мало на нем. Не знаю, получится вот еще, о, еще вырвал кусочек. Понял, на что похоже. Может, конечно, куриную печень похоже, вот на что. Может быть, я тут печень, конечно, ем его. Как бы на куриные пупочки, на печень вот это куриное похоже. То есть небольшая горчинка есть в нем. Ну, в целом, съедобный. Видите, что его мало, я не знаю, там сколько голубей надо съесть, чтобы это насытиться. Благодаря тому, что он рисом напичкан, нафаршированный, видимо, за счет этого именно наедается. А он, так говорится, для аромата. Ну вот, я несколько кусочков вытащил, и все. Вот такое вот блюдо, голубь по-египетски. Для потенции, говорят, хорошо. Так, пьем крем-карамель, чай с мятой. Черный с мятой, наш водитель, Азет и... Значит, вот наш гид Ахмед. Сходняк кошек, собак на фоне пирамид. Пирамиды, какие-то шоу происходят на пирамидах. Какой-то огонь в ресторане горит. Шумит. Собаки балуются. Что ж там зашел-то? Не знаешь, куда сходить. То ли на балующихся кошек собак, то ли на пирамиду. Вечер, сегодня 27 ноября, перед отлетом сижу на балконе, и все, какое-то шоу идет на пирамидах. Если я не в курсе был, так бы сходил туда. Ну, такое светошоу подсвечивается от пирамидки разными цветами. Прикольно, на самом деле, смотрится. Вот. По-испански что-то, я слышу, там это какой-то, господи, сюжет. Вот. Так, вот еще шоу Бенни Хилла. Говорится, осветились пирамиды еще каким-то багровым светом. Так, сфинкс не светится, к сожалению. Сфинкс не светится. Теперь зеленым. Такие вот, о, красные, фиолетовые. Сегодня такой номер, в общем-то, почти не отличающийся от тех, что были. Вот.
номеров. В том же самом отеле с видами пирамиды, с туалетами, такими делами. Вот. Каир. Каир, Египет. Все, убегаем на самолет. 12 часов ночи, даже уже пол первого. Едем в аэропорт. А Каир-то и не спит. Причем торгуют всем подряд. Ну, еда, ладно, допустим, понятно, да, но вот хлеб пекут, булки на улице лежат, мухи их едят. Вот почему не укрыть булки, например, этим самым, в общем, чем-нибудь полиэтиленом хотя бы. Работают парикмахерские, многие магазинчики. Ну, так вот город работает. Час ночи. Кебаб не спит, магазинчик. Вот Наполеон, что такое, клуб, клуб какой-то игровой. Смотри, магазины не спят. Аптеки, даже автосервисы. Ну, часть магазина закрыта, конечно, это самое, но все равно очень много открыто, работают. Кафешки открыты. Все, ну, даже одежда какая-то. Кроссовки, все. Что-то народ проснулся. Так что работает Каир по ночам. Не все, конечно, но многое. Приехали в аэропорт. Сейчас заедем. Терминал. Как у нас система заезда. Смотрим. Вот. Какие-то дачи.
вот такой вот приповедье черноморское, турецкое. Летаем в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге снег. Так, 28 ноября 22 года в Питере. Я сделал, он говорит, я его сделал.